Вот сейчас ко мне подошел Максимка вот этот вот и говорит, баба говорит, дай нам наставление на дорогу, так? Наставление вам? Нет, напутствие. Ах, напутствие. Подумай еще, это большая разница, какая-то есть. Напутствие, ну ладно. Пробыла здесь сколько? 21 день, 1 августа приехали, 22-го. Сейчас, сегодня уезжаем. Ровно 3 недели ты отбыла, значит, срок кончился. Срока никакого не было, все было хорошо, отдохнули, душевно все. Так, ни с кем в деревне не поссорилась? Нет. То, что я говорил, нигде по чужим дворам не шастать, выполнила? Выполнила, но вначале-то было. Я тебя разрешил, Надежде Васильевне, к Серафиме, в храм ходишь, больше ничего нам и не надо. Больная вот. Еще есть одна по больным, а остальных своя работа и не надо. Ну что говорят, напутствие вам сказать. На шаг от бабы не отходи. Тревожная обстановка, везде теряются дети. А им это выгодно. Он взял сколько? 5-6 тысяч, и то он больше-то не стоит. И все. Поэтому как уже ты решишься? Вот. Мне если давали наказание, я маленький был. Ну вот такой вот. Мама уходит на работу и говорит, я хлебы посыпал с печи, а листиков-то вот их не было. Я не знаю почему. Вот русская печь, под, так капустные листки клали, и на них тесто и в печку. И я скажу тетке Пелагее, это отца родная сестра, Пелагея Дмитриевна, отец Тихон Дмитриевич. Она придет, ты, сынок, открой. А она вытащит хлеб. Все. Мама ушла, она сунулась в Пелагею, а ее дома нету. Она назад мать повернуть не может, она на работе. Но она увидела тетку, это у отца брат был здесь, Степан Дмитриевич, его жена. Она подошла и говорит, ты, Настасья, там зайди, хлеб вытащи. Ну меня-то она не предупредила, 8 лет, меня никак нельзя было провести, мертво, железно. Вот это избрание, что значит? Я ни разу не нарушил это указание, ни разу. Она подошла, Игнашенька, открой. А мама сказала, тетка Пелагея. Ну, тетки Пелагеи нету, я тетка Настасья, я тебе скажу. Мама сказала тетке Пелагею запустить. Не уговаривать еще не надо, это мертвая зона. Она тогда так, так подходи к окну к этому. Она в одно окно разговаривает. А я тебе буду говорить, сейчас открывай заслонку, заслонку открывай. Теперь возьми эту лопату, она деревянная лопата, так, так потихоньку туда. И прям под листики, я толкаю, ну, хлеб-то вес туда плывет-то. А ты вот так вот потихонечку туда, а потом я вот сюда. Я все так и сделал, хлеб вытащил. И так и запомнилось, она пришла, говорит, вот это да. Валя была у нас, Шитик, Валентина Афанасьевна, ее оставили дома одну. Она дома, отец на работе, мать тоже, наверное. И вдруг она слышит, кто-то стучится в дверь. Она подходит за щеколду-то вот так вот. А открыто. И как по руке кто-то ударил, говорит, больно так, говорю. Никого нет, она одна. А кто там? Да где? Я тут пришел, вот тут вот, там отец послал сказать, отдать, то другой дядя чужой-то. И она в это время руку-то протянула ей, как он шабарку, кто-то. А кто это мог быть? Никого не было. Ангел. А? Ангел. Ангел, конечно, он ее спас. А он сколько мужик не оговаривал, дверь он сломать не может, и все на этом кончилось. А если бы она открыла, что было? Забрал бы ее с собой. У меня однажды стучат в дверь. Солнце, часов, может быть, 12 дня. А рядом соседи, они там это раме супе делали и прочее. Стучится женщина. Я рядом с вами здесь, а у них какой-то как киоск или что-то. Ваша жена там на базаре, она торговала пирожками, так я хотела сказать, ну что вы боитесь-то, день бел, вы боитесь что ли? Я говорю, да, я боюсь. А сам залез наверх, а мы на втором этаже, и туда смотрю, она стоит, а с ней 2 амбала таких рядом. Мужики, зачем она звонила, зачем они стояли, спрятались? По сей день не знаю. Ну я бы открыл еще, что доказал. Не открывай дверь. Мы у нас дома на второй строительной, 62-16 в Барнауле. В это время у меня те режиссеры приехали, уговаривают сняться в фильме. Я же не артист, документальные фильмы-то. Ну и там с ними, там шофер, все ребята такие здоровые, сильные, академгородок. И человек, может, 12 был где-то.
И в это время кто-то, то ли в туалет, или куда-то сходил, дверь не закрыл. Как рванули к нам в избу трое ребят, здоровые, крепкие, влетели, а тут поворот, где вешалка-то, они еще не видят. Как они, раз, а тут полная комната мужиков, они швырь назад, и больше никого нет. Ну, 12 человек-то, наверное, поправились бы с ними. А у меня отовсюду люди тогда были. Был момент такой, когда я ключ спрятал, и дверь не стал закрывать вообще. Бомжей с вокзала отовсюду. Бомжи приходили, ночевали, питались и уходили. И потом только я одного нашел, он стал другим человеком, борода такая. Я из тех, кто к вам приходил, ночевал, нас кормили. Вот. Где жена была, не знаю, то ли она в больнице на Сибирске лежала, то она сильно болела. И вот Господь сделал так, а теперь я этого не делаю. Наоборот, заперто. Остерегайтесь людей, да? У меня все есть, и меня нельзя мешать. Мама приехала как-то, а я насчитываю книги. Поэтому у меня на окне висит матрас, закрыто, чтобы ниоткуда. А у нее кашель. Я на сыне, вот я уйду на вокзал, там посижу пока до вечера, пока ты считаешь. Mm-hmm. Мать приехала за 1000 километров, и я не могу льготы дать никакой. Сиди, да, мам, ты голову под подушку-то сунь, прокашляйся. Я запись веду, запись. Запись, которая идет по всему Советскому Союзу. Пленки. Я вот так говорю своей, поэтому наказ первый вам. Сидите, ни с кем дружбу не заводите. Буду говорить кто-то, откуда, куда едете, никогда не говорите, никак звать мальчика. Он сразу, Максим! А он скажет, пойдем посидим, еще будет. И тебе голову там открутят. Ротик на замочек. Никогда не говори, никак. К бабе за руку и все. Ни с кем не разговаривай. Ты меня слышишь? Mm-hmm. А теперь мне скажи, а ты веришь, что я не буду называть себя? Не верю. Ты очень болтливый. Болтливый. Уже какой-то медитацией занимаешь, ноги сколбасил, сидит вот так вот, руки вот так вот поднял там, на пруду. Прям настоящий волшебник. Я его разбудил, ты что делаешь? Зачем тебе это надо? В это время демоны тобой руководят. Ты надо поклонись, 3 поклона сделай. И все, отойди от меня сатана, отрекаюсь от сатаны всех дел его, всех ангелов, всей гордыни его, всех прелестей его. Вот вам наставление, напутствие, как ты говоришь, на этот путь. Питайся, что нужно, сами выбирайте, я тут не знаю. Мы взяли помидоры, огурцы взяли. Володь, хлеба, лепешки, сухарей там, да. Возьмите. Вам сколько, 2 дня надо до дома? Ну, мы сейчас это, да, 2 дня. Я благодарю Бога и вас, что вы приехали, побыли, помогли. Тут готовила на кухне. Не устала? Нет, вообще не устала. После обеда я говорил, там идите на рыбалку. Ходили? Ходили, да. Карасей ловили даже, да, гадяны были. Вот. Ходили вы к Серафиме, пока она не в больнице была. Ели арбуз, дыни. Ты меня все перевязывала, этот палец у меня, вот он согнутый какой. Массажировала. Не расходится. Можете, да. Сколько не помогло, так осталось. Mm-hmm. Ну, любовь согревала. Mm-hmm. Я тебе не дался, чтобы ты мазала, ты, да, мне, да, огонь разжигал. И не жалею. Mm-hmm. Маленько бочком дверь идет. Ну вот все у меня, что говорит. Описание есть. У вас Евангелие есть с собой? Да, но мы хотим одно Евангелие взять, красное. Ну, красное, да, Володя, красное это Евангелие, оно же, да, там есть здесь. А я отдал братьям всем. А? Все отдал. Сколько тебе дали? Одно Евангелие. Для кого же есть? Почитали, да, это. Вот, а тут есть же у нас. А там он выйдет. Может, у Игоря Дебунова возьму тогда. Может, за книгами тут. По-моему, есть тут. Внизу посмотри. Одно, как раз одно. Вот он достал, смотри. Читать, видишь? Надо принести сюда, тут были бы, ставили много. Я братьям отдал. Хороший шрифт, крупный. Да? Братьям отдал в поездку. Потому что там еще, я скажу, хороший шрифт. Заверните целлофан. Да. Не запачкайте. Да. Не подчеркивайте. Никогда. Угу. Так, у вас какое напутствие нам будет? Давайте. У тебя какое напутствие? У нас все, чтобы собрали урожай хорошо. Понятно. Картошку выкопали. Я сегодня проповедь говорила о терпении, а вчера говорила об избрании. Тебя коснулось это? Да. Я знаю, кому-то не нравится это, что человек чувствует, что к нему это применимо. Я не называл ни фамилии, ни имен. Я человек рядом со мной читал из Библии, что я говорил ему.
Так что перед Богом все. Чтоб коснулось его. Так, ты никуда, ни в какие пионеры не записывайся никогда. Работа, вот это все медитация, все это исторгнет, чтобы Бог из себя убрал это. Понял, нет? Не ходи, никакие занятия, ничего не надо. Это порча на всю жизнь. Тебе надо где-то. Может быть, при церкви закон Божий изучают, батюшка, поддерживай хорошие отношения. С ребятишками там не балуйся. А где нужно, у нас тут было на траве, борьба была, видела? Угу. Собираются. Боролся. Боролся, да, нет? Один раз. В том году. В том году. Ну, в том году. А нынче никого и нету. Угу. Вы опоздали. Люди уже разъехались. Ну вот и все, мы уходим сейчас на занятия. Да, на занятия. Подготавливайтесь. Благодарим. Слава Богу.